Че, ребят, всем салам, с вами снова я. Сегодня у меня будет у нас обзор на Mercedes-Benz CLS 63 AMGS. Да, я специально винил не сделал. Ну, начинаем. Во-первых, у меня здесь, ну, я купил его на БУ рынке. У меня здесь всего 16 литров. То есть, да, у меня тут всего 16 литров, и это минус. Но, в принципе, у меня сейчас 85 пробега. То есть, да, у меня 85 километров наезжено. Я очень много раз тратил бензин, но это все мне просто... Я просто это все заправлял за полторы, все. То есть, это довольно-таки дешево. Включая еще и салон. Салон вообще кайфовый. Все в белом, все красиво, но кроме того зада, потому что он как-то непонятно сделан. Вот так. Кстати, переходя к салону, можно заметить то, что хоть и нету верха, ну то есть нету окошка моего любимого, но есть большая люстра, также работает спидометр, который показывает 240 км в час, который как раз таки и разгоняет. И которая и разгоняется, кстати, машина. То есть, да, она гонит именно 240. Вот сейчас даже. Я только что разогнал ее до 240, что доказывает то, что она едет 240. И к тому же есть хорошая мультимедиа, есть хорошая, получается. Вообще хорошо все сделано. Я не могу к этому ничего придраться. Ну, кроме сиденья заднего. Также есть тюнинг. Вот эта машина, она под тюнингом, то есть она так-то не хэтчбэк или как-то универсал, или не знаю. Так-то она простая. То есть у нее вот этого уже нет. Ее стоимость это 6 миллионов 30 тысяч, а продажа именно на БУ рынок 4 миллиона 690 тысяч. Да, покупка ее 6 миллионов 30 тысяч на БУ рынке. В принципе, довольно-таки дешевая, дешевый Мерседес. В принципе, да. Вы можете просто покататься на БУ, ой, на ДБ и накопить как раз-таки первоначально на эту тачку. В принципе, она довольно-таки хорошая и прикольная. Ну, а с вами был я, всем до свидания, всем пока.